Чрезвычайный полномочный посол Турецкой Республики в России Умит Ердым посетил в понедельник наш регион. В преддверии визита в ивановские вузы и встречи с членами торгово-промышленной палаты региона гость встретился с губернатором. Для нас имеет огромное значение развитие двухсторонних отношений с Россией. И это включает в себя не только контакт наших столиц, но и сотрудничество с городами, находящимися за пределами столицы. Павел Коньков рассказал послу об Ивановской области. Особый интерес у визитера вызвала сфера промышленности. Текстильное производство в Турции занимает особое место, так что в этом смысле мы коллеги. Понятия туризма Ивановского и Турецкого, конечно, сильно разнятся. Но и об этой сфере глава региона поведал гостю, выразив при этом смелую надежду. Многие ивановцы, конечно, в Турции уже бывали с вполне определенной целью, потому что это недорогой и достаточно комфортный отдых. И мы бы рады были, если бы какие-то турецкие группы, отдельные граждане, также сочли бы за правило приезжать к нам в Ивановскую область. Я думаю, у нас есть вам что показать.